Что-то давненько я прослушку не записывал. Всем привет, ребят. Меня зовут Альтер. Вы находитесь на канале Check It Out. Если вы до сих пор не подписаны на этот канал, советую подписаться, потому что в дальнейшем еще кое-какие видосы у меня будут выходить. Но сегодня это прослушка. И сегодня мы слушаем группу Хлеб и Джарахова. Мне просто было интересно, что они записали. Ничего серьезного не жду, особенно от группы Хлеб. Джарахов еще может что-то выдать. Вот, ну и начнем с группы Хлеб, давайте слушать. Ребята очень крутые. Я даже как-то два концерта их снимал в Казани и в Набережных Челнах. Мы такие типа, ух. Поехали. Дружба. Кто бы мог подумать, что Хлеб будут собирать там Адреналин Стадиум. Короче, это для рейвов, походу. Макс Корж дает концерты, и у него творится нечто. Little Big дают концерты, и у них творится нечто. И вот группа Хлеб дает концерты, и у них творится нечто. Как-то прохавали, короче, тему, пацаны, и начали такое музло делать. Не очень люблю такую долбежку. Вино. Хочу пить вино и не спать всю ночь. Хочу быть никем, чтоб пропасть и все. Ничего себе вообще. Охренеть, вот это да вообще. Мурашечки. Офигеть, по всей лысине прям. Вот это музло. Вот этот проигрыш напоминает какую-то известную тоже песню. Не могу вспомнить. Знаете, что вот мне нравится, когда дроп первый и второй, они отличаются между собой. То есть тот был, ну, совсем другой. Ну, вы поняли. Как забыть тот день? Вокал появился в группе Хлеб, и это очень круто. Ну, парни растут, я вообще вот, ну, прям респектую вообще. Даже если я это не слушаю, ну, как-то вот в плейлистах, все равно я их очень обожаю и слежу за их творчеством, за видосами и так далее. Вообще, я видеоблог начал вести благодаря Денису Кукаяке и в целом группе Хлеб. Как забыть тот день, когда в жизнь мою твою мать, а? Да что у меня сегодня такое-то, а? Какие-то знакомые мелодии все слышу. Ладно. То, что у тебя в этом нет ничего ужасного. Да, мы познакомились, ты понимаешь, что лучше тебя точно нет. Ты идеальная девочка из 10 на соточку. Из минусов только то, что у тебя есть член. Вот такую долбежку я люблю. Охуеть! Что-то меня из Инстаграма выкинуло. Короче, трек крутой. Что у меня с Инстаграмом? Мне он нужен. Сейчас, походу, будет тоже пизда какая-то. Я
Я другу своему диджею скидываю, короче. Ну нормально, прикольно вообще. Музло. Песня уж. Блин, как круто, а. Короче, хлеб должен быть в каждом доме два. Куда круче, профессиональнее и мощнее, чем первая часть. Вот. Безумно понравилось вино, и как забыть тот день, я к себе добавлю, остальные, ну так, как-то мимо прошли, в общем. Но тоже очень круто. Спасибо, ребят. Ну а теперь мы приступим к прослушке. Альбом Джарахова, Рофл, Рок-н-Рофл. 12 композиций, так что постараюсь, ну, прям покороче все делать. И некоторые я слышал, так что буду их проматывать. Резко сходу прям вообще. Ну давай поугараем. Ну нормально, вообще крутое интро, крутой флоу, крутой саунд. Kill You. По-моему, это был клип. Да. Прикольный трек. Следующий трек «Пьем» я тоже слушал. Он его представил на фестивале Arena Land в Казани, когда я там, короче, гостил. Вот. И песня такая легкая, мне понравилась, в общем, что не могу сказать о клипе. Клип это прям, ну, пиздец какой-то. Вот. Такой легкий идея. Покебол. Тоже мне эта песня не очень зашла. Sweet Dreams. Такой, короче, трек похож на скит. Боль. Больно страшно. Ничего нового, все как раньше. Завтрашний день не наступит, мальчик. Очень круто. Офигеть. Ну вот вообще никак этого не ожидал. Блин, как круто. Блин, вообще шик. Блогер может делать рэп куда круче рэпера. Ну, это вообще прям круто. Game Over, по-моему, я это слышал. Тоже прикольный трек. Game Over, Game Over, Game. И DeLorean. Вот это прям, ну, вообще один из любимейших треков. Очень, очень крутая работа. Когда мы одни. Все, остальные я уже не слышал. Клево вообще. Очень красивая песня. Прикольно, прикольно. Оставь меня в поке. Ну, иногда реально здорово побыть одному, вообще ни с кем не общаться. Я иногда тоже так же просто закрываюсь дома и не отвечаю на уведомления, всякие сообщения и так далее. Это что делаешь? Ну, Джарахов, я от тебя такого не ожидал. Вообще. Уверен. Давай что-нибудь помощнее. Такой олдскульный, будто биток. Клёво. Ну и последний трек, Ill Duck 2021. Я даже не знаю, что сейчас будет. Забавно то, что, в общем, ситуация с Ill Duck'ом. У Джарахова была песня «Мой Ill Duck».
но я тогда вообще не знал о нем. Я даже не знаю, когда он выпустил, конечно, это. Но в чем прикол? Я в интернете нашел этот же самый бит и записал на него свою песню. Я записал, выложил, в общем. И потом я натыкаюсь на песню «Мой елдак». По-моему, ну, или он после выпустил. Короче, не знаю, но это так, блин, мне так стрёмно было то, что я своим текстом испортил такой шикарный минус. Ладно. Ну, понятно, в общем, все. В принципе, с этим треком. Ну-ка, разъеб давай. Ну ладно. Рока-то мало было. Серьезная работа вообще. Очень круто. Так, что я выделил? Интро, Kill You. Боль, DeLorean. Ставь меня в поке, когда мы одни, уверен, вот. То есть, ну, больше половины альбома мне зашло. И это круто. Так что, Джарахов, ты молодец. Нет, на самом деле, он и без этого, конечно, молодец записать такой альбом. Мне очень понравилось. Очень понравилась музыкальная составляющая, тексты со смыслом, прям вообще... Я не ожидал. В общем, я не пожалел то, что я прослушал сегодня. И Хлеб меня удивили, и Джарахов удивил. В общем, пацаны молодцы. Ждем, ждем новинок. Ну, на этом все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, пишите, предлагайте, что прослушать. Я, по-моему, уже не знаю, потому что вроде все, что я планировал, я прослушал. Все, что я хотел, я прослушал. Все, что я хотел. Я прослушал. Да. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Check it out.